Всем привет, друзья! Можете считать это видео как разоблачение мема из 2027 года, и я на самом деле расскажу, что он значит, для чего он был вообще создан, и докажу вам, что он не несет никакой катастрофы, и это на самом деле настоящая нейронная сеть. Погнали! Вчера автор данного мема опубликовал еще одно видео с этими птицами, и там было видно, что это создано с помощью нейронной сети, потому что есть такие индивидуумы, которые говорят, что это человек, который оделся вот такую вот птицу, и вообще это создано типа как реклама какого-то бренда одежды и подобное. Для таких вот умников вот есть данное видео. Как вы видите, просто это птица сливается с картинкой. Видно, что это с помощью создано графики. Получается искусственный интеллект. А искусственный интеллект создал это видео, эту фотографию. Поэтому опровергать то, что это настоящий какой-то человек и настоящее существо, уже нету смысла. Потому что это видно, что это создано с помощью искусственного, блять, интеллекта. Дальше я расскажу вам, для чего вообще была создана данная птица. Она не несет никакой катастрофы и так далее. Если зайти на TikTok аккаунт данного автора мема, там будет видно еще три ссылки на его YouTube канал, TikTok канал и получается его Instagram аккаунт. Вчера я ради прикола зашел на его Instagram аккаунт и увидел, что это настоящий просто графический дизайнер игр. Получается, он делает всякие модельки и подобную херню. Там у него была сторис, к сожалению, я не смог ее, не успел соскринить и вообще забил на это хер, но сегодня вспомнил, что это будет идеальная просто тема для видео. У него там писалось, что данная птица, она не создана для катастрофы и так далее, потому что не только мы создаем вот такие вот теории, также на зарубежном ютюбе тоже говорят про данную птицу. И вот в чем прикол, что данный автор мема сказал, что он готовил когда-то проект для какой-то игры, и эта птица была как один из мобов, она была тоже на зеленом биоме и так далее. И он дал ей название Opium Bird. То есть, получается, делаем вывод. Данная птица и этот мем с 2027 года не несет никакую катастрофу и так далее. Это просто персонаж, который был создан для какой-то игры, которая не вышла в свет. Так что, друзья, данная птица это просто настоящий мем с 2027 года, и данная птица просто была создана нейронной сетью, взята из запроса, что такое Opium Bird, то есть персонажа из какой-то игры, которая была должна выйти. Так что, друзья, не заблуждайтесь, не создавайте новые теории и не верьте всякую хуйню. Ждем новых подобных мемов и будем делать разборы. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, всем удачи и пока.